После долгих раздумий 26 ноября наконец-таки мы собрались на подводную охоту. Ну, температура где-то была в районе нуля, там плюс 2, плюс 3. По ночам заморозки, минус 1, минус 2. Ветер второй, третий день уже такой практически штиль. Вот. Ну, по делам надо было заехать в Ростов. Время потеряли немножко. В пробках постояли. В итоге хотели спустить лодку засветло, но приехали в свою деревню. Поехали мы на Веселовское водохранилище. Вот, приехали в свою деревню, а там спуск плохой. Потому как ночью передавали дождь, боялись, что на микроавтобусе мы своем не выйдем. В итоге ездили и выехали ночью. Луна, сейчас увидите луну. Специально снял ее. Луна была очень сильная, светлая такая. Ну, полнолуние было. Как бы на воде было светло. Вот. Ой, очень тяжело было с прозраком. Очень тяжело. Прозрака практически нигде не было. Вот в одном месте, где нашли прозрак, там и было чуть-чуть судачка. Совсем чуть-чуть. Ну, есть прозрак или нет прозрака. Деваться некуда, уже приехали. Так что пошли нырять. Thank you.
Ну, охота как бы закончилась неожиданно быстро, а точнее, села у меня батарейка. Вот. Вот последнего судочка секунду там снял, третьего, и все. Ну, потом вот я сейчас показал наше спальное место. Вот, ну, мы переночевали, приехали уставшие, замерзшие, переночевали и поехали домой. Все, выезжаем. Поохотились, порыбалили. Ого, улыбочка. Куча судаков. Да, да. Три десятка. Вот коровы. Превратились из судаков. Судаки превратились в коров. Так. Охотились. Как большое стадо, я тебе хочу сказать. По нынешним меркам прямо. Как бы все, отохотились мы уже, вернулись домой. Вот, вот мой улов. Взял я трех судачков. Ну, два прям хороших. Ну, вот. Один так. Ну, как бы вот так. Больше не нашли. Замерзли, конечно. Подзамерзли. Долго шли на катере. На катере шли. Час туда, час обратно, ночью холодно, конечно. Нормально. Все, так, да, будем монтировать кино. Я всегда, когда чищу судака, отрезаю вот эти вот плавники, потому что иначе хана. О, западала она. Что, ты рыбку хочешь?